Что я за коп? Что я забыл на приеме у светских господ? Я никогда не видел, чтоб человек выживал после удара в 2000 вольт. Я никогда не видел, чтоб человек проебывал со счетом 2000-0. Я никогда не видел, чтоб человек так виртуозно всем отсасывал хуй. Мне звонит рестер, говорит: просыпайся, Рэм, у тебя сегодня батл с щекой. Они все как один организм, будто экосистема, да ебаный прайд. Они все как один, желают увидеть картину, как именно Ричард Картрайт. Я представлю вам шоу насилия гномов и шуму дам больше, чем Конор. Я живой автомат, ты пожилой уебан, тебя родили в магазине приколов. Чему ты прикован? Улица стиль, урбан инстинкт. Когда он трястеешь, я запрыгну на шкаф, чтоб ебало снести тебе бобля, как надо рамсить. Бобля, как надо месить эту дичь. Бобля, как надо бэтыть. Вот как надо делать так, чтобы люди бездумно залазили в петы. Я самый грязный не потому, что я грязные мысли плету, как паук, а все потому, что видосы со мной просто-напросто блочит YouTube. Когда-нибудь я расшибу себя приступа гнева, но пока что ты первый. Смотрите на этого пидора, лидера в списке уродов, поправших под гамма-лучи. Он настолько маслает руками небрежно, как будто вот-вот и получит пизды. Так и будет. В этом коконе блядь твои дури, твой рэп всех угарней звучит. Не надо учить меня, бездарь, ты после батла со мной по швам затрещишь. Как твой старый ненужный хип-хоп, конечная станция апофеоз. Что за мир иллюзорных реалий ты создал, прикол? Что ты надумал себе, намечтал, но выкручивал слепо, так верев в триумф. Читаешь носом взад и выглядишь так, будто всю жизнь глотаешь мусор. И твоя мать под передозом тебе растила, как печень под циррозом. Но ты вырос сбором, где ты всем доказываешь до сих пор, что хуй бывает вкусным. Ты задохнешься от боли, ты как Бузова однажды въебал говна, теперь ты будешь усран. Ты просто молча посикаешь попой, возьмешь свои деньги. Сына, просто прими итог. Я тот, кто как сука голодал, пока мать не пропила свой последний орган. Я оман, я мозоль в голове, я масон, гинеколог-насильник. Ты опять в эфире, король проеба, капитан лохов, деревянный лабер. Если Дауну отрезать голову, поставив раком, даже он тебя забатлит. Батлит — это то, что непостижимо тебе, как ты не мучишь жопу, блядь. Батлит — это когда тебе сбывает дыхание, даже мысли и кучи жопы. Ургант Иван стелит лучше тебя, в жопу разъебанный, под грибами и ксанаксом, под спидами и тамбоксом, Джеком, но даже Оби-Ван читает лучше тебя, блядь. Когда залезает отец по синеве, порву тебе ебало, как сюрикен. Ты хотел стать МС, но стал никем, у тебя такой важный вид, но лицо как вагина бичихи, что прело 5 лет. Будто пытали гениталиями, и теперь твой тембр уникален. Ты приехал в Россию, когда в Украине лекарства подорожали. Вез, ты не устал притворяться агрессором, хвост пистолетом, но без эффекта, без интеллекта тебе дорога лесом. Ты мясо, ты просто мясо, для меня ты мешок проходного сеанса. Что я за коп? Что я забыл на приеме у светских господ? Я никогда не видел, чтоб человек выживал после удара в 2000 вольт. Я никогда не видел, чтоб человек проебывал со счетом 2000-0. Я никогда не видел, чтоб человек так виртуозно всем отсасывал хуй. Мне звонит рестер, говорит: просыпайся, Рэм, у тебя сегодня батл с щекой. Они все как один организм, будто экосистема, да ебаный прайд. Они все как один, желают увидеть картину, как именно Ричард Картрайт. Я представлю вам шоу насилия гномов и шуму дам больше, чем Конор. Я живой автомат, ты пожилой уебан, тебя родили в магазине приколов. Чему ты прикован? Улица стиль, урбан инстинкт. Когда он трястеешь, я запрыгну на шкаф, чтоб ебало снести тебе бобля, как надо рамсить. Бобля, как надо месить эту дичь. Бобля, как надо бэтыть. Вот как надо делать так, чтобы люди бездумно залазили в петы. Я самый грязный не потому, что я грязные мысли плету, как паук, а все потому, что видосы со мной просто-напросто блочит YouTube. Когда-нибудь я расшибу себя приступа гнева, но пока что ты первый. Смотрите на этого пидора, лидера в списке уродов, поправших под гамма-лучи. Он настолько маслает руками небрежно, как будто вот-вот и получит пизды. Так и будет. В этом коконе блядь твои дури, твой рэп всех угарней звучит. Не надо учить меня, бездарь, ты после батла со мной по швам затрещишь. Как твой старый ненужный хип-хоп, конечная станция апофеоз. Что за мир иллюзорных реалий ты создал, прикол? Что ты надумал себе, намечтал, но выкручивал слепо, так верев в триумф. Ты читаешь носом взад и выглядишь так, будто всю жизнь глотаешь мусор. И твоя мать под передозом тебе растила, как печень под циррозом. Но ты вырос сбором, где ты всем доказываешь до сих пор, что хуй бывает вкусным. И задохнешься от боли, ты как Бузова однажды въебал говна, теперь...